Всем привет, с вами Ленон. Сегодня мы вновь вернемся в Дорс, так как у нас тут есть одно незаконченное дело. Но вы меня спросите, Ленон, что же это за незаконченное дело, так как ты уже прошел эту дверь? А я вам отвечу. На 60 какой-то двери есть одна секретная дверь, в которую надо ключ вставить костяной. Ну там решетка и какие-то замочки еще. Я узнала, что надо две отмычки, как раз вот я купил вначале. И как раз таки тот самый ключ. И открыть какой-то рычаг специально найти. Вот этим мы сегодня и займемся. Я не знаю, что там за той дверью, но надеюсь, что-то годное. Ладно. У нас уже тем временем 200 монет. Быстро мы, конечно, вначале это разбогатели. Так. Я вот, как вы можете видеть, сейчас ускорил процесс один, да. Ускорил один процесс, так как я буду бегать по дверям, и это будет очень интересно. Так что вот, наблюдайте. А мой голос будет разговаривать с вами за кадром. Ничего интересного пока, как вы можете видеть, не происходит. Я думаю, оно вряд ли должно было происходить. Может, Халта сегодня встретим, мы пройдем его. Хотелось бы, конечно, да. Какие-то звуки, ладно. Надо найти вот 250 голды, ну, у нас уже 275, так что да, ключ мы точно купим. Осталось дойти до Сика, пройти фигуру, и не запороть, и не забокопорить, и открыть ту дверь. Так, где ключ вообще? Ага, заныкался в этом ящике, конечно. Та последняя дверь, в которой мы не были. Ну, разумеется, это уже закон. Подлость, нет, это знаете, это закон Дорса. Да, просто закон Дорса. Она так и называется, не спрашивать почему. Тут тоже мы сейчас будем нудно, долго бегать и искать ключ, да. Это неинтересно, знаю. Оп, мы нашли ключ, нам повезло. Это очень хорошо. Теперь открываем 9-я дверь и идем. О, дождь, картина. Сейчас расставим картину, давайте. Сейчас быстренько заспидраним картину. Отсюда, оттуда, отсюда. Так. А знаешь, что мне интересно? Смогу взять с собой картину? Вот давайте проверим. Баг, что ли? А человек, а нельзя его убрать как-то? Закрашивает экран, ладно. Ну ее нафиг, отправим ее домой. Оп. Тун-тун-тун. Много, не остычения нет. Для таких сундуков, сколько там, 70 монет, это не так уж и много. Ой-ой-ой, свет моргает. Летит. Драша, крутит. Так. О, а что за глаза? Точнее, что за эти звуки? Это что, глаза? И если это глаза, ладно. Глаз не было, это хорошо. Вот видите, какие у меня баги? Вот вы под прошлой серией по Дорсу, куда я прошел, писали. Я что, читак, типа, и так далее. Один человек написал. Но нет, это баги. Это просто просвечивается на компах. Это да, это не особо удобно. Свечка. О, свечка, это хорошо. У нас есть теперь два источника света. О, темнота. Блин, вот когда у тебя есть фонарик, столько батареек попадается вообще. Когда есть отмычки, отмычек тоже очень много попадается. Несправедливость. Открываем. О! Вот это уже... Хотя нет, мало. 50 всего лишь монет. Обычно по сотке валяется, а тут в половину меньше. Открываем ящички. Что интересного найдем? Жига... А, нет, это... Что? Еще одна батарейка? А, там отмыка была. Рашите, да? А вот теперь, да, свет моргнул и... Рашик. Оп, залазим. Русик, тебе нас не одолеть. Держу. Двадцать пятая дверь. Уже 25-я. Долго, конечно, и нужно. Ну ничего, мы дойдем до 50-й и 70-й.
28-я уже. 29-я. Ой-ой-ой, глазики, глазики. Вы чего? Глаза. 30-й вверх, подвал. Этаж? Звуки такие, знаете, будто на мотоцикле кто-то гонит. Вообще. Вертухи делает. Так. А стоп, а где рычаг тогда, если тут нету? А чё это такое? Где рычаг? Стоп. Вот конечно! В самом примитивном месте его там нету. Ненавижу. О! Сейчас будет сетчатка за нами бежать. Опа, здорово, братан, давно не виделись. Не, а чё, реально давно. Бежим, бежим, бежим. А, я в стену врезался, что за фигня, ладно. Оп, присели, прозрачные шкафы, я вас обожаю. Оп, 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 оп. Круто, круто, круто. Теперь вы знаете, как это играть с багами. Йо-йо-йо-йо, туда бежим. Аж подлагивает вроде немного. Ладно, бежим, бежим. Напряжёночка. А, блин. Мне кажется, мы на грани, он за спиной. Прям пиксель-пиксель дышит нам в спину, мне кажется. Мы два раза врезались уже. О, это огонь меня жахнул, блин. Ух, свалили от него. Ничего он нам не сделает. Шкаф, ты что падаешь? Испугал меня. Оп. Собираем меточки. 630, это много в начале, реально много. Пластырь. Так, ой, свет, 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 свет моргает. Пиу. Свалил отсюда просто домой. Так, идем. Пост, в принципе. Сейчас надо ключечко искать. Или там не нужен ключ. По-моему, ладно. Просто ищем. Просто ищем. Сейчас почекаем быстренько ящики все. Так, пусто, ничего интересного пока. У нас уже 920 монет, сейчас 1000 будет. О, пластырь нашли, это хорошо. Так, где тут у нас еще ящички? А, где ключ? Ключа нет, это плохо. Нужен ключ. Ладно, ладно. Сейчас найдем ключ и посмотрим, какой номер у двери должен быть. А стоп, а где ключ? Мы же все ящики прочекали, нет? Уже светится, помогает, вот. У нас все время косарик монет. 43-й, по-моему, да? Да, 43-й. 44-й. А что это за звуки? Гроза, что ли? Ну, ладно. Поверю этой грозе. Оп. Темнота, темнота. Идем в подвал, люблю подвал. Я так люблю подвалы всей своей душой. Так, стоп, лезть надо, да? Там вроде... Да, лезть, лезть. Активировали и бежим. Кто пискает? Эй, отсюда! Так. 47-я дверь, юху. 48-я. Сейчас марафон, она пробежает до 50-й двери очень быстро. Марафон, марафон. Марафон называется две двери. 49-я. А, тебя сейчас. Чекать ящики. Слышать рычание Войда. Так, давай. Ящички, ящички. И... А, нет, не, вот еще ящичек. И вот теперь точно. И... Марафон 50-я дверь. Может быть, окончен. Книженцы. Книженцы, только книженцы. Вот вся наша цель всей нашей, да, игры. Книженцы. Что светится? Ну не светится, а звук шиплячий. А где? А где книги? Опять эти баги. А где книги? А где книжка? Звук же есть, где книга? Не понял. Так, ладно. Вот сейчас уже... Не понял.
Ладно. Вот, тут бумажечка. Тогда возьмем ее. Что-то знаете, в этот раз левая сторона не богата на всякие книжки, вообще ни одной. Так. Спины я всякий пожарный возьмем в руку. Мало ли, бежать от него придется. То, что делать не хочу. Так. Вон он ходит. А эти баги уже бесят. И где книжка? Капец, ни одной книги! Это как вообще? Ни одной книги на левой стороне. Но свечение же было, я сам слышал. А-а-а, звездочка. Она, по-моему, не нужна, звездочка, да? Все, теперь дали наверх или на правую сторону. Идем на правую сторону. Он пока наверху, можно пошариться. Так, свечение жесткое, слышу. Запоминайте, сколько книг мы сейчас найдем на правой стороне. Одна на левой и уже одна на правой. Тихо, ты что, за мной идешь? А, нет. Две на правой. Три? Нифига себе, сколько книг одновременно в одном месте. Стоп, он что, сюда только что шел, нет? Да нет, ладно, фух, это хорошо. Четыре книги на правой стороне. Тихо, братан, ты чё? Это что-то почуял, типа? Если обратно пошел со второго этажа так быстро. Не пугай так. Не пугай. Не говори так. Не говори так. О. Мы нашли 5 книг на правой стороне. Это хорошо. А чё он так рядом-то? А чё это такое? А что нам надо? То есть у нас вроде как все есть, получается? Нет, у нас нету пятиугольника. Сейчас будем искать пятиугольник. Так, ладно, сейчас найдем. Где тут 100 пудов? Так, что-то пусто. А, вот, есть пятиугольник. И да, это он. Все, теперь мы вроде как знаем пароль. Вон тут сюда, мы пока тут постоим, подождем, пока он сюда свалит, и видим пароль. Тихо! Ты чё, братан? Ты чё? Так, ладно, все, теперь можно идти. Тут, по-моему, 9, 8, 2, 9, 5, 1 и 9. Все. Обожаю вас, пацаны. Отмычку нет. Фонарик, наверное. Жигу, отмычку. И креста нет. И ключи, полную банку чаевых. А креста нету? Что? Ладно, так. Чаевые заполнили. Боба сейчас тоже на всякий случай зажмем. Напишите в комментах, вот правда напишите, пожалуйста, а то я вообще в офиге. Чего он вообще делает? Для чего этот Боб нужен? Просто как заполнение интерьера или как? Или он как-то с ним можно как-то взаимодействовать, кроме как нажать и ничего не произойдет? Напишите в комментариях, пожалуйста. Так, нам сейчас нужен ключ. Сюда заходим. Пискает что-то? А, нет. Ключ есть. Побалуемся зажигалкой. Можем себе позволить. Так, зажигалочку включаем-выключаем, чтобы экономить. Звук офигенный. Тун-тун. Пиратская бухта. Картина это что ли, пиратская бухта? Прикольно. Ух, темнота. Как же я люблю темноту. Кстати, Раша что-то нету. Рашик, ты где? Русик? Руслан! Ой. Руслан тут. Короче, давайте пока вживу функционал свечки. Видите? Свечка потухла, когда типа бежит какая-то нечисть по типу Раши. Или если у тебя над башкой скрич, вроде тоже свечка тухнет. Вот, видите, загорелась. Если свечка начинает гореть синим или просто тухнуть, значит вам хана и бегите в шкаф. Вот, она вроде работает на Амбуша и на Раша. Поэтому в конце на 90-х дверях она вам пригодится.
Так что экономьте свечку. Поднимаемся наверх. У нас скоро должна быть та самая дверь, я вроде бы, да? Так уже интересно, что за ней. Ух. Подвал. Вот мы сейчас должны вроде как в подвале этом найти рычаг, который откроет не только тебе проход дальше, но и решетку за той дверью, поняли? Я вам сейчас покажу. Мы ищем пока рычаг. Надо лезть, блин. Уже кончается. Плохо. Рычага что-то нету. Это тоже плохо. Ладно. Сейчас она будет бежать очень долго. Нет, моя жига. А чего нет вообще? Стоп, не понял. А где рычаг? Эй, мы так не договаривались. Путеводный свет поможешь, пожалуйста? Пожалуйста. Ну помоги, а, братанчик. Браток, помоги. Ой, какая жига, батарейка, это хорошо. Ну, а где рычаг? А что за прикол, реально? Мы там плохо посмотрели? Так, я что-то не понял. Что-то не понял. О, уже светится. Спасибо, путеводный свет. Что бы я без тебя делал? Самый офигенный монстр, путеводный свет. Или сущность. Так. Вот мы открыли, и сейчас там дальше. Или... Не, по-моему, сзади была эта дверь, да? Давайте пойдем проверим. Пойдемте проверим. Мне кажется, сзади должна была быть эта дверь. Мы сейчас пойдем и зайдем туда и откроем. Воспользуемся двумя отмычками и ключом этим. Эта дверь должна быть за тут. Так, что-то нету ее. А, это я супер внимательный. И двери, этой двери тут нет. Она дальше. Тю, блин. Вот это я супер внимательность. Ладно, идем дальше. Вот видите, мы рычагом открыли вот это, чтобы проход дальше на следующую дверь. Вот, вот эта решеточка. И сейчас в следующий или еще следующий будет... О, Рашик. Вот, вот этот проход, да, сейчас. Ага. Двигаемся. Видели свечку? Так, теперь. Сейчас самое сладкое будет. Интересно, бежим сюда. Стоп, а что там было-то? А, я показалось что-то. Мне показалось, что амбуш летит. Так. Мы идем по лабиринту. И обычно вот эта вот фигня, вот сейчас решетка закрыта, она тоже открылась! И еще надпись какая-то А000. И музыка заиграла. Так. Открываем. О, боже! Я весь в мурашках. Что там будет? На, зажми. Это что за портал, что ли, какой-то? Я не понял! Результаты. Континент кран. Достигшийся что-то... Я что, сдох? Континент кран. Давайте подождем. Или все-таки нажми. Нет, давайте подождем. А что за фигня? Эй! Нет! Так, нас куда-то тэпнуло. Загрузка. Это что-то очень подозрительное и странно. Что делать-то? Так. Так. Напряженка. А что делать? Реально, что делать? Так. О, что?! The rooms. В смысле? Фонарик какой-то зеленый. Нажимать на него можно. Типа это продолжение Дорса? Что? Сколько тут дверей? Румсы какие-то. А что это фонарик зеленый делает? Зачем его вообще дали? Ладно, идемте. Я могу светить. Зачем туда это дали? И он тратится так быстро? Какие комнаты вообще другие? Вау! Просто вау, холодос. Что за фигня? Я могу ныкаться в нем как в шкафу. Напишите в комментариях, друзья, что это вообще такое? Я не шарю. Поэтому прошу вас написать в комментах. Скрип такой. А что делать? Тут четвертая дверь. Может, на какой-то 12-й раш будет? Или тут другие монстры? Я надеюсь, что другие монстры. Не зря же мы такой путь сюда проделали. О, батарейка. А! Залгал, возьмем. Кстати, знаете, какой плюс?
в этих румсах. Тут не лагает и не просвечивает, юху! Чё это? Это типа шкафа? Блин, круто! Ха-ха. Я в офиге! Бежим. А10. А чё А? Они просто, допустим, 10. Как в Дорсе подписано. Это румс. А типа это тот же самый разраб? LC Plash или как он там? Ладно. Напишите в комментах, пожалуйста. Помогите мне. Казалось бы, я знаю все фишки Дорса, но нет, на тебе еще, вот прошел Дорс, конечно, на тебе Румс, надо тебе пройти полностью Румс. У нас появилось новое достижение на канале, пройти Румс. Блин, что-то этот звук начинает раздражать. Чего этот фонарик, если тот работает? Будем на всякий пожарный держать в руках, чтобы он светил. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Золото даже валяется, прикольно. А21. А чё Раша нету? Ну типа вроде как 20-я дверь. Или не Раш, не знаю, кого, не, вообще пусто, нету никого. А, 23-я. Да. О, чё это? Андре. Рабочее место какого-то чувачка, Андре? А, ладно. Просто бежим дальше, может что-то интересное еще по пути найдем. Андрей. Опа, приехали. Это что такое? Шкафы. И еще какое-то рабочее место. Депсон. Ладно, поднимаемся обратно наверх и идем. Депсон. Надеюсь, с тобой все хорошо, это не, и тебя тут никто не прикончил вместе с Андрюшей, да? Извините. Еще рабочее место. Лук Бэдинг... Что? Ладно. Look behind him, там было написано, по-моему, да. Посмотри, behind это, если не ошибаюсь, напротив. Посмотри напротив него. Ладно. Идем. Золото валяется, но оно уже не понадобится, думаю. А34. Мне интересно как-то. Где монстры все? Чё за фигня? Или, знаете, типа антистресс, расслабиться просто. Крови тоже нет, отлично. Так. А37. Еще звук от фонарика нравится. Может, знаете, этот фонарик чисто как антистресс. Что вы упали в рай просто. И бегайте, открывайте дверь, вам никто не мешает. Еще приятный звук от фонарика. Реально как антистресс. Может, это для того и задумано. А не там никаких Может, еще тупо место для пасхалок. И просто скопированная комната. Я думаю, так. Ничего интересного здесь не будет, мне так кажется. Но поживем, увидим. Ух. 44-я дверь. Возьмем спиды в руку. Я, конечно, сказала, что, возможно, это просто антистресс и релакс, но уже 40 какая-то дверь, 40 какая, 7-я. И мало ли, сейчас какая-то шняга выскочит из шкафа и наваляет мне. Я как поэт. Мало ли, какая-то шняга вылезет из шкафа и наваляет мне. Дополните мой стик в комментариях, друзья. Опа! Это что такое? Новая комната? Это какая-то работа, что ли? Рабочие офисы? Прикольно. 52-я. Тут бы уже фигура была. И сик. Что-то неинтересное. Я надеюсь, что что-то типа Тимати хотя бы есть, скример какой-то. Звуки какие-то... А, ненормально. Что-то послышалось, по-моему, нет? Ладно, идем. Хотя, знаете, не зря что шкафы есть. Значит, кто-то должен быть, наверное. 56-я дверь, пуст. Неинтересно как-то. Зачем вообще сюда зашел? Да. Да. 59-я дверь. 60-я. 61-я. 62-я. Давайте спустимся. Что за фигня? Что? Что? Космос. Что это было? Просто. Забираю все свои слова назад.
Это какая-то фигня меня чуть не убила. Это просто... У нее скример страшнее всех скримеров. Это страшнее Тимми. Тимати, точнее. Боже мой! Сердце колотится. Фонарик тратится, кажется, перестал. Так, какой-то звук был подозрительный. Ух, блин. Так, стоп. Это вроде нету ничего. Ладно, давайте-ка пойдем, что ли. Странно, страшно. Нагнетающая обстановка. Ладно, идемте. Боже, так пересрался, обосрался. Просто это не описать словами. Боже. Кстати, я когда взял свечку в руки, вы, возможно, заметили, что там была надпись «You candle», типа что-то там, но я в голове уже заранее так перевел, я просто от шока не сказала вам. Там что-то было написано, что-то типа «Твоя свечка почему-то плохо начала работать». Может, для этого вам дали фонарик? Так. Ух. 76-я. Будет ли еще какой-то монстр, интересно, которого я, надеюсь, переживу? Тоже сотка дверей, как в настоящем Дорсе. Что за звуки? Ну его, я, пожалуй, залезу. Пустота, по-моему, нет ничего. Посидим. Тут есть, интересно, тут есть хайд? Пустота. Your candle feels lighter than normal. То есть, типа, да, реально, свечка твоя не особо хорошо работает. 78-я. 79-я. Ух, 80-я дверь. Интересно, как назывался этот монстр? Напишите в комментах, если вы знаете. Тот, который пересрался очень сильно, напишите в комментах, как его зовут и что он вообще себе представляет. Шкаф. Залезем, какой-то звук. Что это было? Ты что, Раш? Ты что, Раш 2.0? 3.0? Нет, это Раш Амбуш. Нет, он не возвращается как. Это что-то типа Раша, это замена Рашу, да? Круто. Забираю все свои слова назад, офигенно. Боб. Боб, дружище, надеюсь, ты живой. 88-я. Еще до сотой дойдем. Я, кстати, заметил, что от меня какое-то свечение идет, да. Только сейчас. Стало темнеть. Звуки какие-то, нет? Залезу-ка я в шкаф, знаете? Пожалуй, я залезу. Но звуков нет вроде никаких, тишина мертвая. Посидим. Нет, знаете, лучше посидим. Пустота. Ладно, идемте. А то уже страшно становится немножко. Девяносто третья дверь уже. Капец, а почему так? А почему так? Стоп! Залезем. Чё, какая-то фигня бежит. Это опять этот фиговин мелкий, да? А у 100 дверей, интересно, я хочу попытаться до сотой дойти. Блин, это неинтересно, только один монстр, что ли? Который мы уже 3 раза встречали, реально неинтересно. Раш 2.0. Так. Пустота! Почему? 99-я. Сотая дверь. О! Тут больше сотни дверей? 101-я. 102-я. Капец, а почему? Вау, это очень круто. Разрабы напряглись просто. Большой респект и лайк им. А мне тоже под видео можешь поставить лайк, так как я пережила этот скример и как-то пытаюсь от них выживать. Я думаю, это достойно лайка. Шкаф, шкаф. Летит, летит, летит. Красное яйцо летит. Вылазим. Тебя больше меня не скримануть, я уже знаю, как против тебя бороться. С каждым разом все темнее и темнее, замечаете? Я понял, для чего нам дали зеленый фонарик.
Но пока что не будем им пользоваться. 111-е. Не будем спускаться вниз, просто бежим. Ну нафиг. 113-е. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Страшно. Почему мне так страшно? Летит тварь какая-то, летит. Он когда открывает дверь, тоже скрипит все. О боже. А где остальные монстры? Чего только один постоянно? Раш 2.0 на меня вылетает. Меня вообще кто-то убьет, а? Ладно. Так, залезем в шкаф. Что фигня какая-то. Летит, кажется, нет? Сложно сказать. Сложно, сложно. Да, нет, по-моему, вылазим. Вот для чего нам фонарик давали. Вот оно, вот оно. Так, страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Но если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Поэтому нам страшно. Так, что-то баг какой-то, что ли? Ладно, идем. 1100 монеток. Летит шняга какая-то, нет? Ладно, страшно, страшно. 128-я дверь. Что, простите? Уже вообще темно стало. Без фонарика никуда. Капец. Вау. 131-я. Чё так страшно? Ой-ой-ой. Сейчас будет джепа, мне кажется. Давно раша не было. Тут 35-я дверь уже. Капец. Это намного страшнее, чем Дорс. Что? Что за фигня? О, привет. Я, типа, сделал для тебя сюрприз, чтобы ты нашел меня на полу, типа, found this place. Это... Боже, надо тебя постоянно проверять, да? What you died? Как это? Боже. Оу, еще раз. Просто... I hope... Типа, это он со мной разговаривает? Блин, круто! After room A90, что? So, could call it... Типа меня убил А90 какой-то? Не понял. Anyways, I hope you don't mind trying again. It won't be helpful. О, боже. Тебя убил А90. С вами был Динон. Всем удачи и всем пока. Еще увидимся.